Компания «Целлер» работает на рынке антикоррозионной защиты с 1999 года. Специализация предприятия – производство деталей трубопроводов с полимерной антикоррозионной защитой. Изделия компании предназначены для нефтяного и теплоэнергетического комплекса и систем ЖКХ. Сегодня применение труб и деталей трубопроводов с внутренним полимерным покрытием в трубопроводных системах нефтегазосбора необыкновенно эффективно с экономической точки зрения. Однако существует проблема при применении труб с полимерным покрытием. Защита внутреннего сварного стыка. Мы нашли решение, взяли за основу втулку тюбоскоп ветка и доработали ее. Наша компания стала первой, запустившей защитную втулку в серийное производство. Фирма «Целлер» – динамично развивающаяся производственная компания. Для того, чтобы сделать свою работу как можно более эффективной, инженеры компании постоянно находятся в поиске новых и современных решений проблем коррозии, подходя к этому вопросу комплексно, учитывая различные его стороны. Компания «Целлер» разрабатывает и производит втулки защиты сварного шва, производит соединительные детали трубопроводов с антикоррозионным покрытием, разрабатывает и изготавливает специальные детали и узлы трубопроводов с полным антикоррозионным покрытием, производит пластизольную мастику для герметизации сварных швов и оказывает услуги по нанесению антикоррозионных покрытий на различные поверхности. Продукция, которую производит компания, требует индивидуального подхода. Особенно это относится к специальным деталям трубопроводов и фитингам, поскольку большинство из них производится по индивидуальным чертежам. Для успешной работы с продукцией такого рода компания «Целлер» обладает уникальной особенностью – большим диапазоном производственных мощностей и использованием самой современной техники с возможностью их гибкого применения. Кроме этого, персонал организации постоянно проходит необходимые аттестации и обучается на специализированных курсах. Так, например, налажены тесные отношения с учебным комбинатом «Калинина-22» из Санкт-Петербурга. На сегодняшний день самый простой и надежный способ защиты внутреннего сварного шва трубопроводов – это втулка. Втулки внутренней защиты сварных швов предназначены для систем, транспортирующих следующие агрессивные среды. Нефтегазовые смеси с содержанием сероводорода, неосушенный нефтяной газ, стабильные конденсаты, обводненные смеси, сточные промысловые воды и другие. Также втулки могут использоваться в трубопроводных системах пара и водоснабжения. Использование втулки имеет следующие преимущества. Втулка не препятствует прохождению средств очистки. Втулка несущественно увеличивает гидравлическое сопротивление трубопровода. Втулка хорошо работает на сдвиг и изгиб в трубе. Коррозия в сварном шве не развивается даже при одностороннем прорыве герметичного валика. Установка втулки не требует специальных мероприятий по подготовке концов труб к сварке. Втулки изготавливаются для трубопроводов диаметром от 76 до 820 мм. Особое внимание уделяется производству соединительных деталей трубопроводов и специальных деталей трубопроводов с полимерным покрытием. Основная задача – защита от коррозии. За последний год было освоено производство десятков изделий с антикоррозионной полимерной защитой. Предприятие «Целлер» производит следующие соединительные детали трубопроводов с полным антикоррозионным покрытием. Отводы, переходы, тройники, фланцы и заглушки. Различные специальные детали и узлы предназначены для установки на них воздушников, спускников, заглушек, манометров и других датчиков. У предприятия есть возможность изготавливать целые технологические узлы с полным антикоррозионным покрытием. Возможно изготовление прямых участков узлов замера, обвязки узлов переключения или ввода различных ингибиторов в основной трубопровод. При производстве защитных втулок возникает естественная проблема герметизации стыков – труба-втулка. Подходящий герметик должен обладать рядом уникальных свойств. Иметь достаточное посудное время для проведения монтажа, должен полимеризоваться при низких температурах и переносить нагрев при проведении сварочных работ, должен быть достаточно вязким и не выделять вредных веществ. Все это удалось воплотить в двухкомпонентной пластизольной мастике Ч5А, которая была разработана и запатентована компанией «Целлер». Сейчас мастика Ч5А имеет очень широкую сферу применения в нефтехимической промышленности для герметизации сварных швов, в промышленных условиях для склеивания любых непищевых материалов, а также для гидроизоляции металлических конструкций и герметизации бассейнов.
Предприятие «Целлер» также предоставляет услуги по нанесению внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия на различные поверхности. Для подготовки поверхностей к нанесению антикоррозионных покрытий на предприятии используются мощные и надежные винтовые компрессоры и специальные насадки для распыления абразива, выполненные из современных износостойких материалов. В результате такой подготовки и использованию специальных технологий и оборудования для нанесения антикоррозионной изоляции в производственных условиях обеспечивается высокое качество покрытия и надежность. Это особенно важно в таких нестандартных узлах технологических и магистральных трубопроводов, как воздушники, спускники, прямые участки узлов замера. Также предоставляются услуги по нанесению антикоррозионных покрытий на вставке горячего и холодного гнутья с радиусом гиба до 5 диаметров. Современное высокопроизводительное сварочное оборудование позволяет выполнять очень качественную сварку как небольших, так и крупногабаритных деталей с поверхностями различной конфигурации. Используемые в компании сварочное оборудование и технологии сварки кольцевых швов прошли аттестацию в Национальном аттестационном комитете по сварочному производству. В 2007 году в компании «Целлер» запущена в работу прекрасно оборудованная лаборатория неразрушающих методов контроля. Специалисты компании осуществляют следующие виды контроля: визуально-измерительный, ультразвуковой, радиационный. Визуально-измерительный контроль осуществляется с использованием комплекта для визуального контроля. Ультразвуковой контроль – дефектоскопом УД-2В-П, а радиационный контроль – с помощью импульсного рентгеновского аппарата «Шмель-250». Среди клиентов предприятия, которые используют продукцию компании «Целлер» при монтаже трубопроводов, такие компании, как ТНК «БП», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть», «Башнефть» и ряд крупных подрядных организаций. Компания «Целлер» реализовала несколько проектов совместно с институтом ВНИПИ «Газдобыча», ведет работу совместно с институтом «Гипровостокнефть», имеет большой опыт работы с институтами города Тюмени, с проектировщиками из Самары, Нижневартовска, Томска, Краснодара, Уфы и Алма-Аты. Специалисты компании регулярно проводят презентации нашей продукции для проектировщиков в разных регионах России и СНГ. Компания «Целлер» имеет все необходимые разрешительные документы на использование продукции в нефтехимической промышленности и системах ЖКХ, на сварку и проведение контроля продукции неразрушающими методами контроля. Много внимания уделяется экологии производства, регулярно проводятся аудиты. В апреле 2005 года была проведена сертификация производства по международной системе менеджмента качества ISO 9001, где был получен сертификат соответствия. Вся основная продукция запатентована, зарегистрирован товарный знак. За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефонам в Самаре 221 98 62 или 958 03 63, электронной почте или посетить наш сайт в интернете. Мы всегда будем рады помочь вам в решении возникших проблем.